Итак, всем привет! Всем привет-привет! С вами Лига Мюзик Варс. Сегодня у нас буквально осталось несколько, короче, десятков минут, и мы лишимся всех подов. Но чтобы не рисковать и делать такую вещь, я хочу отдельно записать видосик. Те, кто сейчас на стриме, уже его посмотрели, но я еще один раз его загружу. Ну, то есть, так что давайте попрем по подаркам. Начнем, конечно, с маленьких, но я больше рассчитываю по приходу на нашего любимого блохиша. Он у нас 11-й. Если выпадет, то выпадет. Но многие сказали, что уже фуфло. Плюс у меня 12-й миниган. Я его не качаю уже 5-й год там. Ну, в общем, я его не качаю. Неинтересно. Итак, поехали. Так, деревянные ящики. Так, это полностью бесплатки. И это полностью бесплатная тушенка. Так, если выпадет хотя бы один контракт, это хорошо. Если выпадет еще один контракт, это тоже хорошо. Но я думаю, что не выпадет, потому что это бесплатно, их 8. Вот выпал еще контракт, тоже хорошо, но желательно, чтобы больше было. Вот ты, второй контракт выпал, очень хорошо, осталось 5 подарков. И давайте еще посмотрим, и давайте 2 подарка, и вот, и короче, и нету это, и контракт у нас плюс 2 на 9 дней, 6 боек, грабежу на час. Нормально, мне не надо. Ну, короче, он не критичный. Дальше, самое интересное, ребят, миниган. Миниган 600. Давай. Он хоть один выпадет, будет прикольно. Три ринга. Давай золото. О, вот это хорошо. Вот 400 прям, это огонь. Отлично. Кофеин таблеточки. Тут все как бы положено. Что тут? Вот 380 есть. Отлично. 170. Ну, вообще хорошо. Так, 4 подарка. 12-й миниган. Ну и, короче, и вот и еще 2. И еще 1. И отлично, все. Миниган 12-й, ребят, прокачал. Супер, просто круто. Следующий год, ну, то есть, получается, если появится миниган, возможно, я его докачаю до 12 уровня. Но сейчас, к сожалению, вот, ну, 12 уровень. И как бы, ну, дальше 12 уровня прокачаться я не могу. Ну, надеюсь, на следующий год я его прокачаю. Наверное, возможно. Нахер он, короче, нужен. Не хочу качать его. Просто на него, короче, куча надо вкидывать. А эффекта не дает никакого. Так, ну, поехали, короче, наверное, по блохишам. Так, все, кто возмущается, что блохиш не падает, скорее всего, он и не падает. Ну, то есть, так что будем смотреть, как у нас будет. Итак, еще, две сегодня, отлично просто. Я сейчас еще блохиша, наверное, докуплю, ребят, ну, то есть, на оставшиеся звезды, то, что выпадет. Да ты че, еб твою мать, падай давай уже. Сколько можно-то, блин? Бои какие-то, блин, херня какая-то, где... Но! Да чё ж они так шанс-то урезали в говно вообще просто? 12-й, нихера себе, блядь. Не прошло и года вообще просто. 42. Да ё-моё. Блохиш! А я хотел его прокачать 16-й. Ну, видимо, вообще не качну, короче, да? Да. Ну, это просто... Просто... 70 подарков, ребята. 70 подарков с блохишом получается, да? Ну, почти, грубо говоря, сотня, да? 30 тысяч потрачено. Нихера нету. Просто вот... Ну, вот... Ну, 3-то он, сука, должен был упасть вообще. Ну, что это такое-то? 2, 13-й, ё-моё. Он только 13-й. Сколько же вы хотите, чтобы он падал? Да. Блохиш, печалька. Короче, нету нифига. Не выпало. Просто 0, короче, стоит. 4 этих, 4 этих. Это, ну, это просто фу, короче, вот. Что я могу сказать вообще, ну. Нету блохишей. Сука, уроды.
Уроды блохишей не дают. Ну, в общем, нету, короче, блохиша. Просто нету, сука, вообще. Просто ноль, короче. Итого, блохиш два уровня апнула. И все. Ну, говно, что я могу сказать. Просто, ну, фу. Фу такими жадными быть, товарищи разработчики. Фу такими быть жадными. Вот, фу. Фу, вот прям. Ай, пиздец какой-то, короче. Нельзя быть такими жадными. Нельзя. 15 сантиметров. Откровенно пиздец. 15 сантиметров. У меня рот не закрывался. 15 сантиметров. Знаешь, Юра, ты не заебался?